мощности. Ему не хватит мощности, он, видишь, не может загрябать ее. Что самое интересное, назад он тянет, а вперед не хочет. Может, встань другой стороной, разверни его и тяни назад. Ну, оно тут же есть у тебя место, все, развернись и попробуй потянуть назад. Угу. О, видел, мужик поехал на вот этом самокате электрическом. Ребята, не может он, короче, что-то впереди себя толкать. Вот. Вся проблема в том, что получается неправильно. Он может тянуть. Тянуть он может. Задом тянуть может. Может тянуть, получается, вот сюда можно прицепить что-то. Сюда. Как я и в огороде делал. Я сюда просто на вот этот рычаг доску прицеплял. И этой доской он загребал. То есть он может тянуть. Тянуть хорошо, просто получается, что нету веса у него. У него малый вес. Я его, получается, что делаю? На горочку он немножко взбирается, да. И я приподнимаю как бы немножко ручки, и получается, я его полностью приподнимаю, он просто гребется. Вот. То есть, если бы он тянул, то получается, он бы вытянул. Вот такая вот фигня, ребята. Что-то тут не то. Что-то тут не так. Надо думать что-то по-другому. Или надо, чтобы вот эта, короче, вся фигня, вот это было очень близко к колесам. Вот. Очень близко, да, к колесам. Ну, то есть, чтобы тяжесть давила здесь. Вот. И не так далеко. Далеко не получается. У него не хватает веса. Или надо его утяжелять. Утяжелители то ли на колеса цеплять, чтобы он реально, блин, весил так, что мама дорогая. Потому что видели, он просто гребется. Он гребется, он упирается и гребется. Мощности-то у него хватает. А вот тяжести у него не хватает. Ну, хотя видите, вон как красиво он. Это он задом. Задом он горнит, нефиг делать. Я прижимаю, получается, за ручки. И вот он тянет. Прям реально классно, красиво загортает. Так, еще одно предположение. Ё-моё, что такое? Близко так. Или ковш сделать тяжелый, металлический. Тоже как вариант. Но все одно его надо ближе к колесам.
колеса утяжелять и ковш металлический. Тогда будет дело. Ковш, получается, положил. Колеса тоже добавить какой-то, не знаю, по 10 кило металла еще хотя бы добавить, чтобы было еще двадцаточка. И тогда, я думаю, он попер. Да. Ну, что поделаешь. Придется вручную, товарищи. Не получилось. Будем загортать вручную, а уже подгортать можно будет пробовать, конечно, что-то переделывать и уже подгортать. Так, ну что, сейчас идем завтракать. Зайка уже приготовила завтрак. Все. Идете завтракать? Да. Да? Серьезно? Идем, короче, все завтракать. Что-то вкусненькое. А вот, товарищи, завтрак вкуснячий. Я решила к вчерашнему шашлычку, сейчас мы его разогреем, сделать пюрешечку и отварить мяточку яички. Отлично. Я думаю, будет замечательный завтрак. Только надо салатик надо с помидорчиком сделать. Только надо пойти свежие вот тут петрухи нарвать. Хорошо. Ляпнула. Так, всем снова доброе утро. Поздоровались. Так, ты здоровался, я не здоровалась. Я не здоровался. Не знаю. Я не знаю. В общем, доброе утро. Ну, на что ты уже сюда майонез навалил? Так для яиц, здрасте. Ой, кошмар какой-то. Так, что мы едим? У нас пюре я приготовила, помидорки, колбаска, шашлычок остатки, вон этот, как он называется, петрушка, яйца в смятку сделали. Все. Все. Вот такое вот. То, что купили на Агроэкспо, я вам покажу, но чуть позже. Да, потому колбасы, что там. Колбасы, балабасы. Да, там колбаску готовка. Купили, там еще кое-что купили. В общем, разное всякое купили. Вот, садимся завтракать. Вот такой вот у нас простой завтрак. Но очень вкусный. Но очень вкусный. Да, особенно с шашлычком вчерашненьким. Да, Коля? Смотри. Вот так. Вкусненько. Разогрелся он хоть? Да. Класс. Все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Ну что, товарищи, возвращаемся к самому обычному инструменту, лопате. И вперед из песни.
Ну что, товарищи, что смог, то спланировал. Вот. Тяжело, конечно. Ой, батарейка, хоть бы успеть записать. Короче, ну что, тяжеловато, конечно, ним работать. Все не подготовлено. Блин, ему бы ковшик. И ковшик ему сзади, кстати, был бы в самый раз. Только металлический такой, остренький, чтобы он мог прям как бы срезать. А так, в принципе, смотрите, ну, сейчас. Опа! Вот вы видите, да, вот здесь вот пытался я горб снять. Но поскольку, короче, немного я его сюда вот так вот убрал. Вот здесь у нас была яма, давно уже утрамбована. Тоже ее как бы немножечко, видите, спланировал. Туда у нас вообще и шел уклон, я как бы туда нагорнул. Вот, ну, пока месть будет так. Вот это еще щебеночку можно собрать, ну, уже на лопату в тачку и как бы куда-то отвезти, потому что, ну, не горнет он. Щебень он горнуть не может. Землю, да, землю он и перерывает. Но зато смотрите, как он ее перерыл. Видите? Это была очень утрамбованная щебенка с землей. Сейчас вот смотрите, что происходит. Вот он ее перелопатил. Фух, здесь немножко тоже убрал. Ну хорошо, короче, отлично. Более-менее. Понятно, что, блин, до идеала здесь надо реальный экскаватор. А так пойдет дело. Все, сейчас ему одеваю колеса, загоняю в стойло. Все. На данном этапе все. Ну что, ребята, вот то, что мы из еды купили. Правда, тут Коля уже хвост съел у рыбы. В последний день что классно. В последний день ехать классно за вот такими покупками. Те палочки, которые стоили по 200, по 250 гривен, уже отдают по 100, потому что ему собираться нужно было уезжать. И, естественно, мы их приобрели. Получается, вот эти все по 100, вот это 125. Ну, она и так ее дороже продавала, ну, уже там, ну, давайте, ну, ладно, ну, короче, в общем, сторговались. Значит, это свинка, свиная колбаса, вот так вот она выглядит. Вот. Ну, говорю, палочка по 100 гривен. Это у нас индюшья колбаса. Вот такая вот индюшка. Вот. Это у нас дикий кабанчик. Очень вкусные. Все колбаски очень вкусные. Вот. И это более мягче. Это говядина. Тупо говядина. Вот такая колбаска. Коле она больше всех понравилась, да? Угу. По мягкости, по всему. Тебе это, да, понравилось, и это понравилось. Ну, да, потому что они мягенькие. А мы любим больше такие... Сухие, уж, да, да. Эти тоже сухенькие. Такие колбаски... Да, и такие колбаски можно, если не, ну, хотите, чтобы они стали посуше, как московская колбаса, знаете, такая сухая. Просто с пленочки достаем, подвешиваем, и они подсыхают. Значит, рыбка такая стоила... Значит, что она там писала? 80. Не-не-не. Мы взяли 80. За 60? Не, мы взяли за 70, 70, а такая, она говорит, 90 стоила. 80 написано. 80 было написано, это другая, поменьше рыбка. Это стоило 90, взяли за 60. Вот так вот оно было. Потом, это медовуха. Значит, они все дают абсолютно пробовать. Девчата пробовали и сказали, очень-очень вкусно. Здесь, по-моему, 25 градусов всего лишь. И 13? А, 13 градусов даже. Значит, тут на травках, на том, на сём. Очень вкусное, очень классное. Сказали, что классно. Ну, девчата его бар поставили. Написано питный мед. Да, питный мед. 13-градусный. Сказали, очень вкусное. Оставили ее так в баре. Пускай стоит на праздничек. Либо на подарок. Ну, или на подарок. Вот. И, значит, еще вот такой вот. Вино. Тут тоже питный мед написано. Что ты тут и читал? Питный. Нет, вот написано питный мед. А, интересно. Вот, тут тоже написано питный... Питный. Пытный мед на вишне. Это тоже настоечка на вишне. Это вино. Вино? Да. Ну вот, типа вино, настойка на вишне. Я не знаю, как там правильно. Вот. И тоже вкусненькое, да? Я этого вот честно, это я не пробовала. Я пробовала свое винцо. Вот такое винцо себе взяли. Я там в видео, по-моему, сказала, что за литр. 160, да? Вот там, где я показывала, что с сертификатами, со всем остальным, там не 160, то 160 за маленькую бутылочку. За 0,5. За 0,5. А мы взяли в другом, значит, ларёчечке, там, конечно, без вот этих сертификатов и всего остального, но по вкусу пробовала, там, ну, оно такое, спиртом не отдает, нормальное, классное, и за бутылку получилось у нас сколько? Что-то за литр 120, да, 60. За бутылку у нас получилось 60, вот так вот. Ну, то есть, вот такие вот. Это, по-моему, ягода, лесная ягода. Очень такое приятненькое, нормальное, ну, сладенькое, классное, как я люблю, в общем-то. Вот такие у нас покупочки по еде. А, еще бублики. Подождите же, бублики, связка бубликов. Как же без них?
было уйти. Связка вот таких бубликов. Сколько ты взял? 40, по-моему. За 40. Хрум-хрум-хрум. Как из детства. Да, классные вкусные бублики. И все-таки, ребята, я взяла вот этот магнитик на холодильник. Приблизил? Да. Он такой прикольненький. Обалденный. Вот. Ну, как из фанерки, да, типа? Да, ДВП. Ну, такой классный. ДВП, не фанера. Прикольно. Так, у меня до сих пор бублик. Доедаю. И взяла вот такие. Это же просто какое-то милота и чудо. Это вот так подвешивается. Где она там? Я не могу, это прям целая серия, это ж мы с Колей. Вот прямо мы с Колей, я вам серьезно говорю. Девчата как увидели, говорят, а, так это ж вы. Я говорю, точно, это мы. Я вам показываю. Вот. Вот оно такое. Чудо-юдо, рыба-кит. Вот такие они классные, вот такие они симпатичные, вот такие они кошачья семейка. Это 100% мы в нашей новой этой, как она называется, на нашем мансардном вот этом вот балкончике, да? 100%. Это мы, у нас прям такая мечта есть, да? Зимний вечер. Окно, короче, снег. Да, зимний вечер. Мы только сидим... вместо стулья у кресла-качалки. Да. И мы сидим, короче, пьем что-нибудь и смотрим на зимний вечер. Ну, это мы по жизни, когда куда-то выбираемся, в лес или куда-нибудь, мы сразу такие все романтичные становимся. Ну, это понятно, да? И это тоже мы. Наша прям история. Из города выбрались в частный сектор. Наши мечты. Вот это прям вот наши мечты, правда ведь? Угу. Наша счастливая семеечка, наши мечты, чтобы она была так уютненько, классненько, да, даже пускай это будет типа больше село, да, чем да. город, но так уютно-уютно. Вот. Куда-нибудь почаще выбираться, опять же, наши мечты. Наше счастье. И вот это 100%. Вот это прямо вот оно. Вот прямо вот оно так. Я бы всю серию купила. Ну, как-то вот я же говорю, надо стоять долго выбирать, а люди уже собирались. Я надеюсь, что в следующем году я продолжу эту серию. Просто вообще, просто волшебно.